Летчик это интересная профессия. Она требует насколько концентрации, внимания, знаний, здоровья, все. И оно сочетается, когда сочетается вот это, ты становишься и душевно для себя получаешь не только вот мгновение жизни, хотя там в воздухе, допустим, провел там 3 полета по кругу по 7 минут 21 минуту. На Л-29. На истребителях это в воздухе, ну, 19-21 минуту. Это полет, это сгоревших 2 тонны топлива под тобой. Потом, когда при приземлении один раз чуть коснулся полосы, не это, сгорели покрышки. И мы их научились менять за 15 минут. Тут было такое. Но вот стремление в воздух, вот смена идет 6 часов, а тебе там 2 полета по 20 минут, 40 минут. А за это время ты все делаешь для того, чтобы подняться в воздух. И на земле, как правило, летчики разговаривают. Вот как летал там где-то за чашкой чая, уже все говорят о том, что вот тебе интересно, вот, вот это я там это сделал, я это другое. Скажу, что в воздух осенний период, когда после перерыва восстанавливались, и вот облака стоят где-то 300 метров, нижний край, верхний 1500-1800. И вот пробиваешь эти облака, выходишь, а я солнечный весь горизонт вокруг. И все, ты как рожден, вот сидишь в самолете, столько радости испытываешь, чувств, что ты вот... Все весь. И так не хочется возвращаться вот туда, сквозь облака опять. И когда выходим, и вот идем, там слетали все, эта группа на это, и друг с другом начинаем разговаривать. И, ну как? Он говорит, да оттуда, ну так не хочется, так хорошо там. Что полет в полет не получается. Каждый полет, он какие-то у него есть изменения. И характерные. И вот это ежедневный полет и совершенствование и так далее. У тебя сегодня вот получилось прямо у тебя приземлиться. Так легко, красиво. А потом точно все, а метеорологи передали погоду. А она немножко не соответствует. И ты все подбираешь, вроде как тебя штиль получается. А у тебя штиля нет, а у тебя там чуть ли не попутный ветер. И ты просвистел до конца приземления, значит. Вертолет еще успевает, что-то там, основное, меня все равно.